solo sabe Dios qué difícil es regresar a casa y estar solo sin nada que esperar sin nadie a quien contar las cosas que nos pasan cada día por no aceptarnos un error por no atrevernos al amor y vivir resignándose a la soledad sin poder olvidarnos del ayer. Я должна была поехать с Густаво. Нам следовало отправиться в Майами. ¿Por qué? ¿Por qué ambicioso? Yo estoy muy conforme. Bueno, Miami. Mirá, mirá qué señora ahorrativa que tenés. No te puedes quejar. Mirá si será ahorrativa que ni alfajores trajo de Mar del Plata, ¿eh? Monchi, ¿por qué no vamos a ver a Grecia, eh? Bueno, ahora vamos, recién llegamos, esperá. Ay, no sé, me agarró culpa, nos portamos muy mal con ella. Bueno, pero ya está, eso ya pasó, hay que olvidarlo, ya está. Es que le hicimos la vida imposible, Monchi. Sí, es cierto, pero ahora no, ya no, ¿eh? Pobrecita, me parece verla llegar a casa. Tenía una carita, parecía un perrito asustado. Jorgelina. Mabel, Jorgelina, это Грейси, ваша кузина. Да, Чела нам сказала. Привет, Грейси. Привет. Меня зовут Хархелина, а это Мабель. Привет, как дела? Рада познакомиться с вами. Ну что ты, это мы рады? Да. Уверена, мы подружимся. Надеюсь. Раз вы решили подружиться, поболтайте тут. А я дам инструкции Чели к ужину. Значит, ты воспитывалась у монахинь? Да. Нет, Мабель. Но телефон же звонит. Грессия, ты можешь подойти? Верно. Подойди, пожалуйста. Я? К телефону? Монахини тебя не научили? Грессия! Грессия!
Где ты? Где же ты, Грессия? Грессия! Где ты? Грессия! Где ты? Я здесь, сестра Клариса. Я здесь. Как хорошо, что я тебя нашла. Мне пришлось побегать. А что случилось? Матушка хочет поговорить с тобой. Есть новости? Идем. Новости? Какие новости? Агата! Агата! Что случилось? Агата! Агата! Агата, тут ты пошла. Что с тобой? Агата! Что это было? Ну, все. Не знаю. Мне весь день не здоровилось. У меня уже давно дикие боли. Это не из-за той ерунды, что ты принимаешь. Витаминный комплекс, что дал мне Себастьян? Нет. Это не из-за него. Когда я начала его принимать, то почувствовала себя бодрее. Нет. Это не то. Хочешь, я вызову тебе врача? Мой муж врач. Кто позаботится обо мне лучше него? Я пришел навестить сестру и нашел ее без сознания. Тебе плохо? Нет. Нет, все уже прошло. Руфина. А, приехали Мончи и Мабель. Ладно, увидимся в Радуге. Пока. А где твои капли? Где капли? Не знаю. Где-то там. Ты превысила дозу. Где флакон? Почему ты так забеспокоился из-за этого пузырька, Себастьян? Видеть ее такой прикованной к постели, меня это убивает. Да, это ужасно. Но надо держаться. Да, ты прав. Но она смотрит на меня так, как будто я виноват, что мальчики не нашлись. Не знаю, клянусь тебе, Нестор. Не знаю, что делать. Я даже хотел поместить фотографии детей в газете. И кто их узнает, я не знаю. Кто-нибудь их может узнать. Агата. Где ты его оставила? Где флакон? Я же сказала, где-то. Его забрал Иван? Зачем ему его забирать? Да, это глупо.
Зачем он ему? Надо, Агата, не волнуйся, надо. Агата, у тебя ничего страшного. Себастьян. Я очень больна. Что за глупости? Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Невероятно, невероятно. Вас нельзя оставить одних. Ты не прав. Мы здесь без тебя 15 дней работали, и все было хорошо. Да, 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 да. А потом это случилось. Сумасшедший Кармен, и у нас возникли неприятности. Да, мы ее сюда не приглашали. Но хватит, хватит, хватит. То, что Кармен умерла, не имеет к нам никакого отношения. Не знаю. Потому что комиссар допрашивал нас с пристрастием. Да, очень неприятный тип. Ну все, хватит. Все кончено. Она умерла. Все, умерла. Сегодня мы есть, а завтра нас нет. Кармен умерла, но мы-то живы, так что все за работу. Нет, позволь нам отдохнуть после допросов. Да, мы в полиции говорили одно и то же. Одно и то же. А что мы еще могли сказать? Что? И что вы говорили? На основании ваших показаний нас могут арестовать. Да нет, вы здесь вообще ни при чем, вас тут не было. Не волнуйся, я сказала, что она пришла в Радугу с молодым человеком. Послушай, теперь мне тоже стало интересно, как полиция узнала, что перед смертью Кармен была здесь? Подожди, подожди, подожди. Да, действительно, как полиция узнала, что перед смертью Кармен приходила сюда? Вот я и говорю, я не знаю. А еще в полиции мне сказали, что ее убил парень, который с ней был. А как вы думаете, его поймают? Нет. Я думаю, что его будет не так просто найти. Hola, Mabel. Mabel. Digo, Иван. Иван уже там? Ah, bueno. Хорошо. En media hora я буду que... через полчаса. Thank you.
Это мама. Она приедет через полчаса. Постой, иди сюда. Мы тут обсуждали одно идеальное убийство. Перестань, прошу тебя. Что это с ней? А вы, девушки, как считаете, это преступление останется нераскрытым или все же... Монти, довольно. Да хватит об этом. Но почему? Почему убийца совершает преступление и остается на свободе? Или все-таки его найдут? Как вы считаете? Его ведь должны найти? Не знаю. А что думает твоя жена? Моя жена? Моя жена думает так же, как... Вот, в общем, моя жена думает, как я. Ну, разумеется. А ты немного завидуешь. Завидуешь нашему счастью. Я же вижу. Да? Это твое счастье, и береги его, Монче. А я думаю, что убийство никогда не останется безнаказанным. Убийца не сможет жить спокойно. Вы спросите, почему? Да его совесть будет мучить. И убийца не выдержит, и сам сдастся. Да, он вряд ли выдержит. Привет. Здравствуйте. Моя жена здесь? Иван, как дела? Хорошо, она здесь. Доня Руфина позвонила и сказала, что будет через полчаса. Если она услышит про Донью, она тебя убьет. Да, налей мне. Я налью, но не забывайте, я тут хозяин. Да, да, благодаря моему сыну. Он раздает деньги направо и налево. Ну что вы, ему надо и о будущем думать. Он мне этот бизнес как бы подарил. На самом деле он ничего не дарил. Тогда почему его здесь нет? А вы хотите, чтобы он в такой момент считал тут выручку? Если бы не Грейси, он был бы счастлив. А что с Грейси? Что-то еще случилось? Нет, нет. Я говорю не о ее болезни, а о другом. Если бы она его простила, Густаво был бы счастлив. Да, но есть еще одна важная вещь. Близнецы так и не нашлись, не говори мне об этом. Прошу тебя, мне становится плохо. Мне кажется, что они никогда не найдутся. А где твоя жена? Прихорашивается, наверное. И правильно делает. Знаешь, однажды я даже поссорился с Руфиной. Мне плохо, Иван. Я так сойду с ума. Пока еще не сошла, но сойду, понимаешь? Я сказал, что не желаю тебя видеть такой. А что такое? Я просто не привела себя в порядок. Я не хочу ни наряжаться, ни краситься. Я даже к Хархелине не езжу. Мне плохо, мне очень плохо. У тебя нет для этого причин. Кармен сказала мне, что ты выбросишь меня на улицу, и у нее есть доказательства. Так тебе поэтому плохо? Не поэтому. Не поэтому, так по-другому. И еще почему-то. А если у Кармен есть доказательства, что я тебя выброшу на улицу, то у тебя есть документы. И все на твое имя. Я хочу на тебе жениться. Я не против. Но я же не могу жениться на женщине в таком состоянии. Посмотри на себя в зеркало. Где та женщина, которую я знал? Элегантная, волнующая всех мужчин вокруг. Где она? Ты должна стать прежней. Да в чем же дело, Иван? Я просто не хочу прихорашиваться, а в остальном я прежняя. Ну да, разумеется. Завтра ты еще мыться перестанешь, а послезавтра запаршивеешь. А почему тогда с ней это случилось? Да так, женские причуды. Кого я вижу? Похоже, ваша жена исправилась. Ты о чем? Ваш муж рассказывал мне, что у вас был период депрессии. Вы не хотели за собой следить, а почему? Расскажите мне. Просто так. Да? Да. Я поначалу решил, что ее бросил любовник, и она его убила. Но нет, моя жена не способна даже муху обидеть. Где мы были? Она переодевается. Приглашаю всех поужинать. Куда пойдем? Как здорово, хорошая идея. Скажите, вы что-нибудь знаете о Густаво и Грейси? Грейси все еще в больнице, а Густаво ничего не известно.
Перестань, Густаво. Держись. Не надо думать о плохом. Я перенесу интенсивную терапию. Ей хуже. Они что-нибудь сказали? Нет, Паола. Они ничего не сказали. Это потому, что ей совсем плохо. Совсем. Ты знал, Иван? Если бы я знал, то сказал бы. Но какое нам дело до смерти Кармен? Мы здесь при чем? Да, но она все же человек. Мы же решили сегодня развлечь. Сходить куда-нибудь, забудем о ней и все. Но ее же убили, это чудовищно. Ну, в итоге она это заслужила. Почему ты так говоришь? Ты ведь тоже ее не очень жаловал. Но теперь она мертва, пусть пребывает с миром. Пойду позову Мобель, не хочется задерживаться. Не волнуйся, вечер только начался. Я за ней схожу. Мобель? С Грессией не должно ничего случиться. С ней ничего не случится, Густаво. Да, ее перевели туда, так, на всякий случай. Хорошо, хорошо, но они могли бы мне что-нибудь сообщить. Да, в 11 нам все скажут. Я в этом не уверен. Может, пойдем перекусим? Нет. Густаво, нет. Ну, я прошу тебя, пойдем. Я не хочу есть, пойдем. Нет. Я отсюда не сдвинусь, пока не увижу Грессию.
От Грессии была на грани смерти. Хватит, Густаво. Она же не умерла. Да. Тебе с сахаром? Нет, не надо. И она ко мне не вернулась. Ну, хватит об этом, Густаво. Придется пережить. Я дни и ночи сидел в больнице. Да? И она тебе за это благодарна. Я это делал не для того, чтобы она меня благодарила. Я переживал за нее. Ну и что теперь? Не волнуйся. Я не поеду в монастырь и не стану ее умолять вернуться ко мне. Грессия, вспомни, что еще 3 месяца назад ты была между жизнью и смертью. Но Господу было угодно, чтобы я жила. Значит, Он хотел вернуть мне моих детей. Но их все нет. Что с тобой? Ты потеряла веру и надежду? Грессия, почему бы тебе заново не начать жизнь с Густаво? Без детей? Он понимает твою боль и твои страдания. А кажется, что нет, падре. Моих детей прячет Иван Гутьеррес, я уверена. Если это так, то что может сделать Густаво? Ведь он ничего не знает об этой чудовищной затее. Я знаю, он ни при чем. Если бы я тогда его убила... Вот револьвер. Доставь себе удовольствие. Я хочу правосудия. И я соберу все доказательства. Порой правосудие не спешит, Грессия. Я не хочу вершить его своими руками. Но давай, доставь себе удовольствие. Возьми револьвер. Даже если не выстрелишь, тебе станет легче. Возьми его, стреляй! Стреляй в убийцу своих родителей! Стреляй! Давай! Стреляй! Я не знаю, чего вы добиваетесь. Но вы правы. Я держу в руках револьвер, и мне хочется убить вас. Стреляй, Грессия! Стреляй! Нет, нет, не делай этого! Нет, я прошу тебя! Нет! Убийца! Убийца! Господи! Почему полиция не может их найти? Господи! Прошу тебя! Нет, не надо. Не сравнивай нас. Он считает, что я спятила. Придумала себе болезнь. Тетя, ты консультировалась с врачами. Твой муж тоже врач. Они все сговорились. Они лгут мне. Я так не считаю.
policía no hace algo. Dios, te lo pido. Густаво прав. Он пошел мне навстречу, когда я захотела уехать из этого дома. Мы сбежали ото всех. Но теперь я должна вернуться. Да, конечно. Что с тобой? Что с тобой, Грессия? Чела. Чела, успокойся. Это ужасная боль. Успокойся. Дыши, не бойся. Чела, спокойно. Чела. Вы не могли бы заполнить данные в приемной? Да? Сейчас? Да, и не волнуйтесь, до утра ничего не произойдет. Он нервничает. Вы будете присутствовать при родах? Да, если можно. Конечно. Вы не против? Да, мне хотелось бы. Не потеряешь сознание? Нет, дорогая, как я могу? Что обо мне подумает врач? Хорошо? Я пошел заполнять бумаги. Как трогательно. Он нервничает. Вы замечательная пара. Я его очень люблю. Это видно. Доктор, они правда родятся на рассвете? Пока нет никаких симптомов. Но вы будьте спокойны, не нервничайте. Хорошо, доктор. Надеюсь, роды будут легкими. Как будет угодно Господу. Спасибо. Спасибо, Боже. Пришлось искать вас. Мне хотелось первым увидеть своего внука. А где Густаво? Пока вас не было, я вас часто вспоминал. Я знаю, что вы меня нет. Почему ты мне не отвечаешь? Ты не рада меня видеть? Скажи честно. Нет. Я спросил тебя о моем сыне. Густаво занимается оформлением. Вам нужны деньги? Нет. Грессия. Бывают моменты, когда гордость неуместна. Нам ничего не надо от... От меня, я знаю. Не надо мне предлагать ваших денег. Я просто хотел сделать подарок внуку. Или это внучка? Я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы был мальчик. Чтобы он продолжил род. Уходите отсюда. Я скажу Густаво, что вы приходили. И заберите свои деньги. Грессия, ох уж это твоя гордость. И цветы тоже. Хорошо, хорошо. Я ухожу, не буду мешать. Только не говори, пожалуйста, Густаво, что я приходил. Я не хочу, чтобы из-за меня у вас были проблемы. Я всегда хотел для вас лучшего, Грессия. И ты это должна понять. Выслушай его. Но я не могу. Не надо так с ним поступать, Грессия. Падре.
Не настаивайте. Я не вернусь к Густаву. Грессия, подойди к телефону. Сейчас мы должны быть вместе. Подойди, Грессия, подойди. Я уверен, что нашел наших детей. Я бы хотела поехать с тобой, но ты, конечно, меня не пригласишь. Это деловая поездка. Иван в Швейцарии, ты в Нью-Йорке. Что у вас за дела? Мы же предприниматели. Я бы хотела поехать с тобой. Но ты же говоришь, что больна. Не смейся. Я больна. Если бы это было так, ты бы уже умерла. А почему ты больше не даешь мне свой витаминный комплекс? Да, кстати, флакон так и не нашелся. А какое это имеет значение? Я уезжаю, и мне бы хотелось взять его с собой. Зачем? Мне нравится его форма. Я бы предложил выпускать в таких лекарства. Важна не форма, а содержание. В этом ты права. Но предложить витамины в таком чудесном флакончике, мне кажется, гениальной идеей. Так что ты его найди. Ну ладно, мне пора. Всего доброго. Дорогая. Может, все дело во флаконе? Именно в нем? Pasan cada día.